Привет, друзья! И снова мы вместе. С вами Ирина. Наверное, прочитав название, вы очень удивились, что может связывать Львов с северным городом Венеция. Ведь они находятся 330 километров друг от друга. Сегодня я расскажу вам о самом молодом городе в Тоскане, в котором живу уже 30 лет, и о его интересных аспектах. Кто знает, что история Ливорно связана с одним кварталом, который так и называется Новая Венеция. Мы окунемся с вами в магическую атмосферу, и вы увидите город на уровне воды. Еще в 16 веке это был маленький рыбацкий поселок. С основанием порта у рыбаков появилась новая работа. Купцы нанимали их для того, чтобы перевезти товар в тот самый маленький квартал Новая Венеция, куда мы с вами сегодня отправимся чуть попозже. Чем больше ходок делала лодка, тем больше зарабатывал рыбак и таким образом мог прокормить свою семью. Так и завелось в этом городе иметь свою лодку. Но в Ливорно легче купить лодку, чем место для нее. Поэтому, когда одна семья решает таки купить лодку, сразу спрашивает, сколько стоит место. И мы сейчас с вами находимся именно в паркейджу, так называемый, для лодок, то есть стоянка для лодок. И одна такая стояночка для лодки стоит 40 тысяч евро. За моей спиной, там вдали, где зонтики, находится самое престижное кафе. В кафе «Аламбра» светское общество 19 столетия проводило большую часть своего времени. Квартал Артеца считался аристократической зоной, где был открыт ипподром, первые в Италии городские купальни, игровой дом с летними апартаментами на 320 номеров. Вся индустриальная Италия отдыхала на престижном курорте Акко делла Салюте, оздоровительные воды которого славились высоким содержанием йода. Для удобной коммуникации городу провели железную дорогу, трамвайную линию, которая соединяла Ливорно с соседним городом Пизой, и построили роскошный отель «Коралл» в стиле «Либерти». Для развлечения светского общества Великого герцогства Тосканского каждый вечер давали спектакли в престижном театре Голдони. Это был золотой век города, когда своим великолепием термальные воды Ливорно затмили самый знаменитый курорт Монте-Катини. В конце 19 столетия Ливорно назвали Монте-Катини Аль-Маре, и все газеты описывали светские наслаждения купального сезона в Ливорно. В течение лета на фоне голубого моря и ярких лучей солнца сверкали драгоценные камни на шеях богатых дам и сабли молодых офицеров, которые по любому поводу становились дуэлянтами тайно на рассвете в парках. Все новости и сплетни узнавали по утрам, и при появлении дуэлянтов поднимался взволнованный шепот под шум моря. Сегодня Ливорно – один из пяти крупнейших портов. Отсюда отходят паромы на Корсику и на Сардинию, делают свои остановки круизные лайнеры на один день, когда путешествуют по Средиземноморью. В Тоскане Ливорно так и называют «окно в Тоскану». Ливорно, в отличие от всех тосканских городов, самый молодой город. Ему всего лишь 400 лет. Вся его жизнь связана с морем, с морскими и военными традициями. Именно здесь базируется самая престижная военная морская академия, созданная еще в 1881 году, объединив две академии – Генуэнскую и Неаполитанскую. И к этой академии принадлежит знаменитый учебный парусник Америго Веспуччи, построенный еще в 1930 году. И поверьте, он совсем не выглядит на свои 90 лет. На нем как раз кадеты и проходят свою полугодичную практику.